Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. В первую очередь представительницы прекрасного пола. Сразу хочу декларировать, о как же вы сегодня фантастически, потрясающе, незабываемо выглядите, как идет вам к лицу весна и весеннее настроение. Комплименты — это приятно, мужчины, потому что это тонко и умно, чтобы женщины начинали свой день с комплиментом. Но я бы не был столь категоричен, Яна. На самом деле вариантов начать праздничный день масса. Объятия, поцелуи, поздравления, подарки, стихи, декламация, пантомима и... Прекрасный список, к которому я бы добавила еще любимые песни. С праздником, любимые! Ночь сменяет день, только для меня часы стоят. Потому что я счастливее всех людей, мне Бог с небес послал тебя. Все цветы, что только есть на свете, я сердце верное мое. Как мне хорошо смотреть в глаза твои и своей душой прильнуть к твоей. Кружится земля сейчас для нас двоих, нет больше никого. Верное мое. Эй, все выше руки, Кремль! На-на-на-на-най! На-на-на-най! Балкон Пантер! Эй! Будьте счастливы, любимые! И поем со мной! И... Все цветы, что только есть на свете, я сорву. Большое счастье видеть много прекрасных, красивых, роскошных женщин. Конечно же, хочется вам пожелать любви, здоровья, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Выше руки, Кремль! Все! Эх! Хоп! Ты всегда кайфуешь с ней, она мечта царей и ласковей морей, и
тысячи сладостей вкуснее. А как она смешна, когда обижена, и как она нежна, когда обнажена, и чтобы никогда не потерять тебя. Она носит все лучшее сразу, туфли, платья, шелка и стразы, чтобы шаловливый твой разум не влюбился в другую заразу. Она носит все лучшее сразу, туфли, платья, шелка и стразы, чтобы шаловливый твой разум не влюбился в другую заразу. Да, ты будешь с ней всегда, в любые города, на все вопросы да, нежнее, чем вода. Она твой талисман, капкан, как будто ваш роман заколдовал шаман. И чтобы никогда не потерять тебя, она носит все лучшее сразу, туфли, платья, шелка и стразы, чтобы шаловливый твой разум не влюбился в другую заразу. Она носит все лучшее сразу, туфли, платья, шелка и стразы, чтобы шаловливый твой разум не влюбился в другую заразу. Оп! Все-все! Выше руки! Правая сторона! На Первом канале праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Сегодня все для вас, наши любимые, наши единственные. Самое праздничное, самое весеннее настроение, самая лучшая музыка и самые лучшие песни в исполнении только звезд первой величины. На сцене народная артистка России Валерия. Танцующий ветер, чарующий светил день, что ты мне подарил. Знаешь, я взамен дарю тебе верность, дарю тебе честность, дарю тебе мир. В глазах мои океаны, мои водопады, если будет надо, я за ним буду воду падать. В звездных облаках этой ночью летаю, знаешь каждую тайну мою. Я открыта тебе, так много в голове мелодий любимых, а ты мой сердцем красивый, родной человек. Глаза, мои океаны, мои водопады, если будет надо, я за ним буду в воду падать. Мои океаны,
Дорогие мои, прекрасные, я вас поздравляю с нашим весенним праздником. Конечно, всем желаю сегодня здоровья, счастья, люблю вас. Валдис, что такое настоящее женское счастье с точки зрения мужчины? Точно такое же, как и у мужчины, чтобы вот с утра проснулся с радостью на работу, а вечером с радостью домой. Но при этом с утра проснулась, всех разбудила, приготовила завтрак, сопроводила детей в школу, собрала их, сама намарафетилась, намакияжилась. Не переживай, я очень даже в курсе. Так вот такая счастливая женщина, мама, жена, бабушка и потрясающий профессионал сегодня у нас в гостях. Народная артистка России Светлана Сергеевна Дружинина. С праздником вас! Поздравляем от всей души. Мы хотим, чтобы сейчас раздались аплодисменты в честь еще одной нашей замечательной гости, народная артистка России Ирина Купченко. На сцене она создает великолепные, незабываемые образы «А дома». А дома, Валдис, уже и никого не осталось, потому что все здесь. А меня это совершенно не удивляет, потому что не такой он человек, муж Ирины Купченко, чтобы не прийти, не поздравить свою супругу и миллионы почитательниц его таланта. Народный артист СССР Василий Лановой! Дорогие друзья, я имею возможность поздравить женщин замечательным праздником, 8 марта. Больше того, многие годы назад я был знаком с замечательным поэтом, дагестанцем, который написал стихотворение «Целую женские руки». Расул Гамзатович Гамзатов. «Целую, низко голову склоня, я миллионы женских рук любимых. Их 10 добрых пальцев для меня, как 10 перьев крыльев лебединых. Я знаю эти руки с детских лет. Я уставал, они не уставали. И маленький свой великий след они всегда и всюду оставляли, продернув нитку в тонкую иглу, все порванное в нашем мире шили, потом столы накрыли, и к столу они всю землю в гости пригласили, они для миллионов хлеб пекли. Я полюбил их хлебный запах с детства. Во мне, как в очаге, огонь зажгли те руки, перепачканные тестом. Чтобы земля всегда была чиста, они слезой с нее смывают пятна. Так живописец с чистого холста фальшивый штрих стирает аккуратно. Им нужно травы сметывать стога, им нужно собирать цветы в букеты. Так строится великая строка из слов привычных под пером поэта. Как пчелы в соты собирают мед, так эти руки счастье собирают. Земля, не потому ли каждый год в тебе так много новизны бывает, когда приходит трезвостью беда, когда приходит радость опьяняя, я эти руки женские всегда целую, низко голову склоняя. Мы с огромным удовольствием приглашаем на сцену народного артиста России Игоря Николаева. Мы совпали с тобой, совпали в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом вода. Мы совпали, как птицы с небом, как земля с долгожданным снегом. Совпадает в начале зимы, так с тобою совпали мы. Мы совпали, как птицы с небом, как земля с долгожданным снегом. Совпадает в начале зимы, так с тобою.
совпали мы. Мы совпали, еще не зная ничего о зле и добре. И навечно совпало с нами это время в календаре. Мы совпали, как птицы с небом, как земля с долгожданным снегом. Совпадает в начале зимы, так с тобою совпали мы. Мы совпали, как птицы с небом, как земля с долгожданным снегом. Совпадает в начале зимы, так с тобою совпали мы. Мы совпали с тобой, совпали в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом вода. Мы совпали, как птицы с небом, как земля с долгожданным снегом. Совпадает в начале зимы, так с тобою совпали. Мы совпали, как птицы с небом, как земля с долгожданным снегом. Совпадает в начале зимы, так с тобою совпали мы. Счастья вам, любви и, конечно, счастливых совпадений, дорогие женщины. С праздником! 8 марта! Ваш день! На этом концерте, в этом зале, здесь, сегодня, присутствуют женщины, которыми гордится, без сомнения, вся наша страна. И, конечно, в своей области, да и в жизни, каждая из них пример и вдохновение для очень и очень многих. Мы хотим вам представить нашу гостью, санитарного врача Марию Михайловну Рохлину. Когда началась война, Маше еще не было 18, но тем не менее это ее не остановило. Она отправилась на фронт. Санинспектор 11-й отдельной танковой бригады. Мария Михайловна тогда прошла все главные сражения Великой Отечественной войны. Она была под Сталинградом, под Курском, участвовала в Ясско-Кишиневской операции. Она, эта хрупкая женщина, освобождала Польшу и Чехословакию. А уж сколько солдат она вынесла на своих плечах, она и сама, наверное, уже не сосчитает. Орден Отечественной войны, медаль за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за освобождение Праги, за победу над Германией. Это ее боевые награды. Спасибо вам, Мария Михайловна, за то, что действительно вдохновляете нас вот такими примерами. В вашу честь звучит оркестр любви Тамара Гверцители.
ты лишь ответ, но неизменный на века. Правда, жизнь бывает часто не права, но она упрямым любит подавать еще один шанс. Ты только лишь рук не опускай. Играй, танцуй, живи, чтоб никогда не умолкал оркестр любви. Прыгай, мечтай, твори, чтоб никогда не уставал оркестр любви. На сцене Алиса Голомысова. В зале свет и снова я смотрю на сцену отрешенно. Рук волшебный всплеск и словно замер целый мир завороженно. Вы так высоко парите, здесь внизу меня не замечая. Но я к вам пришла, простите, потому что только вас люблю. Раз на миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду. Меня узнаете, мой маэстро. Пусть мы далеки, когда и нет, и ровный свет нас разлучает. Но у нас одна, да-да, одна, святая к музыке игру свою начните, я знаю, чудо повторится. Если б знали, мой учитель, как вам верит ваша ученица. Я ищу у вас спасение и мечтаю, сидя в этом зале, вместе с вами быть на сцене, вместе с вами музыке служить. Сейчас я вырвалась из плена. Прочь тревоги, прочь сомнения. Я теперь стою на этой сцене. В зал смотрю я, в зал и вижу взгляд ваш бесконечно удивленный. Столько лет прошло, но ближе стали вы маэстро мне с тех пор. Он пришел мой час, мой звездный час. Thank you.
окну, кто бы пожалел, кто бы приласкал. Я бы понял вдруг в этой тишине, почему с тобой одиноко мне. Кто бы пожалел хотя бы раз, сердце отогрел хотя бы на час. Кто бы приласкал хотя бы на миг, в тишине ночной к губам приник. Хватает мне, пожалей меня, приласкай меня, пусть который раз кто-то скажет вновь, жалостью нельзя заменить любовь. Пожалей меня хотя бы раз. Хотя бы на час, и хотя бы раз прими таким, и поверить дай, что я жалел хотя бы раз, сердце отогрел хотя бы на час. Кто бы приласкал хотя бы на миг, в тишине ночной к губам приник. Пожалей меня хотя бы раз, сердце отогрей хотя бы на час. Спасибо. Тут рельсы. Осторожно. Спасибо, мои дорогие. Я поздравляю вас с этим чудесным весенним днем. Желаю вам счастья, любви и обожания. До встречи. Когда мы задумываемся о материнстве, то каждый из нас, как-то пытаясь планировать жизнь, думает, ну, один ребенок, ну, может быть, два, потому что чем больше, тем, наверное, сложнее. А люди, у которых уже побольше детей, знают, что чем больше их, тем больше в семье любви. Мы сейчас хотим поприветствовать в нашем зале наших выдающихся женщин. Ирина Борова, президент общественной организации Ассоциации онкологических пациентов, здравствуйте! Давайте поаплодируем Ирине. Она помогает тысячам людей бороться с тяжелым заболеванием, и при этом она мама семерых замечательных детишек. А я бы очень хотела познакомиться с Надеждой Ерехметовой. В семье у Надежды, внимание, 10 детей. Пятеро из них приемные, но никто из них уже так не считает, да и мама так не считает. Если у детей есть мать, значит, они свои. Спасибо вам, Надежда. Позвольте поклониться. В полночной тишине ты
пела песню мне, и улыбался я тебе во сне. Ночные облака качали на руках, и вдаль несла нас времени река. Мама, я без тебя всегда скучаю. Мама, хожу и поезда встречаю. Мама, как грустно мне без теплых рук твоих. В тени больших берез, наивных детских слез, когда ругала в шутку и всерьез. Мама, вставал и уходил, прощения не просил. Как жаль, что я таким когда-то был. Мама, я без тебя всегда скучаю. Мама, хожу и поезда встречаю. Мама, так грустно мне без теплых рук твоих. Сердце моем грусть поселится, и я твержу вернусь. Мама, в те детские года я знаю, все отдам, чтоб быть с тобой навечно, навсегда. Да, скучаю, мама, хожу и поезда встречаю. Мама, как грустно мне без теплых рук твоих. Я поздравляю всех мужчин сегодня с тем, что наши женщины самые красивые в мире. Это бесспорно. Поэтому есть за кого бороться и сражаться, защищать. Милые женщины, будьте любимыми, необъяснимыми, неповторимыми. Такими разными, такими страстными. Ну и для нас, мужчин, всегда прекрасными. Мы вас любим. Наши девушки-артистки в свой собственный праздник с удовольствием выходят на эту сцену и дарят вам свою любовь, и дарят подарки сами. На сцене Зара! На земле море историй,
разных теорий о счастье и горе. Только из всех услышанных мною верю в одно я, что сердцем не споря. Если бы могло оно тебе рассказать, как мне без тебя совсем не просто дышать, и как тебя могу я беззаветно любить и ждать. На двоих одно большое небо, на двоих весь мир огромный этап, на двоих говорят, счастье не вечно, не бесконечно и быстротечно. Только сейчас рядом с тобою знаю одно я, сердцем не споря, если бы могло оно тебе рассказать, как мне без тебя совсем не просто дышать, и как тебя могу я беззаветно на двоих одно большое небо, на двоих весь мир огромный этот, на двоих одно биение сердца, чтоб счастье согреться. На двоих одно большое небо, на двоих весь мир. Девушки, дорогие, пожалуйста, будьте счастливы! С праздником! Лариса Вербицкая, гостья нашего сегодняшнего концерта, наша коллега, наша любимая, замечательная ведущая Первого канала. Давайте ей поаплодируем. С праздником, дорогая коллега! Поздравляем от всей души и вам, и всем-всем, без исключения, зрителям этого концерта. Мы делаем потрясающий, настоящий подарок. Народный артист России Александр Буйнов. Вечер я решился к вам подойти, слегка коснулся вашей руки, пытаясь повод найти. Я очень волновался, а вы бережно из рук моих взяли цветы. Давайте будем с вами на «ты», вдруг предложили мне вы. Я так счастлив от того, что встретил вас. Это раз, это раз. Вы меня пленили навсегда. Это два, это два. Предани меня вам не найти. Это три, это три. Видит Бог, как ни крути, а нам с тобой по пути.
по пути. Ветер заигрался листвой, а капельки дождя, увязавшись за мной, ответственно смывали следы. Я обернулся, а ты внезапно приоткрыла окно, смущаясь, улыбнулась, намекая на то, что нам нельзя друг друга терять. И я готов повторять, повторять. Я так счастлив от того, что встретил вас. Это раз. Вы меня пленили навсегда. Это два. Преданий меня вам не найти. Это три. Види Бог, как ни крути, а нам с тобой по пути. Преданий меня вам не найти. Это три. Александр Буйнов. Спасибо. Оркестр академического ансамбля «Песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации», дирижер, заслуженный артист России Алексей Мазанов. Как в стенах закрытых клиник, давай совершать побеги как минимум раз в неделю. Как будто бы задыхаюсь я душными городами, и как кислородной маской спасаюсь с тобой сейчас я. Подняться вместе, смеяться вместе, чем по пуле в душу, но только не станем ими бесцветными никакими. Давай навсегда живыми гореть будем ярко в мире, а после как самолеты исчезнем с тобой в полете. Подняться вместе, смеяться вместе, подняться вместе.
Анастасия Спиридонова. Александр Маршал. Дасочка, с праздничком, дорогая. Счастья тебе, здоровья, всего самого хорошего. И вас, дорогие женщины, всех с праздником. Я хочу сказать от имени всех мужчин, что мы вас очень и очень любим. Спасибо, что вы у нас есть. На сцене Денис Майданов. Ты просто сама любовь с небес. Сквозь разлуки и берега, границы и города, мне счастье одно лететь к тебе. Эти нежные губы, живая вода, я лечу в эту ночь и в тебя навсегда. Чем на любовь. Ты сияние в темноте, мечта, что сбылась в судьбе. Ты просто всегда была во мне. Я в безумии снов и чувств, вселенной к тебе лечу. Все, что на свете я хочу. Водопады волос, кожи ласковый шелк, поцелуй до слез, сердце медленный шок. Это счастье на вкус, это песня без слов. Мир до кончиков чувств обречен на праздником, любимые. Наш праздничный концерт продолжает Жасмин.
Женщины, верьте в любовь. В любимом фильме всех сильных женщин «Москва слезам не верит» героиню Веры Алентовой спросили, а что же требуется для того, чтобы руководить таким большим коллективом? На что она отвечает, что можно начать уметь руководить двумя, а дальше как-то само пойдет. А у нас тоже есть свои героини-руководительницы с большой буквы. Заведующая Национальным центром онкологии и репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, доктор медицинских наук, профессор Надежда Ивановна Рожкова. И директор театра на Таганке, актриса, певица, режиссер Ирина Апексимова. У нас для вас музыкальный подарок. Позвольте преподнести его прямо сейчас. На сцене «Видас». Теплый воздух краем неба, я ее нарисовал. Очень близкую и далекую мое, но запели птицы, оно хочет биться только ради нее. И мое, без нее так пусто, без нее так грустно и темно. Yeah.
Наш праздничный концерт продолжает Анжелика Варум. Мокнет под дождем этой ночью и холодным днем. Мы с тобою больше не вдвоем, а жаль. И уже не важно, чья вина, я брожу по улицам одна. Наш слов не сказан, и стена печаль. И не осталось ничего. Весь мир стал словно черно-белое кино. Знаешь, что еще меня ты ждешь, а любовь уходит, не вернешь. Я не плачу, это просто дождь. Прощай. Ля-ля-па, эти ноты, ля-ля-па, одинокие, нам уже ничего не успеть. Ля-ля-па, как печально, ля-ля-па, на прощание, может быть, ты придешь. Эту песню допеть. На бульварах мокрые зонты, над рекою мокрые мосты. Огонек дрожит из темноты такси. Знай, что еще меня ты ждешь. Жаль, любовь уходит, не вернешь. Я не плачу, это просто дождь, прости. Тебя попробую забыть. Ну что же делать, надо как-то дальше жить. И уже не важно, чья вина, я брожу по улицам одна. Наш слов не сказанных стена. Прощай. Ля-ля-па, эти ноты, ля-ля-па, одиноки, нам уже ничего не успеть. Ля-ля-па, как печально, ля-ля-па, на прощание, может быть, ты придешь. Прекрасные женщины. Вы состоялись и состоялись блистательно в тех профессиях, которые всегда считались исконно мужскими. Под ваши аплодисменты мы приветствуем в зале Наталью Забелину, кузнеца художественной ковки. И единственная женщина, спасатель-водолаз Московской городской поисково-спасательной службы Оксана Шевалье. Спасибо вам. Вы такие хрупкие, в то же время очень сильные. Удачи, и чтобы все получалось. Ура!
искусство, а тяну ноты в чувства цвета неба, цвета лета, глаз твоих утонуть бы мне в них, и тянутся, как вечность, часы до нашей встречи. Я скучаю, я мечтаю лишь о нас, небо, дай нам хоть раз. Я под кожей твоей, я в твоей голове, ты разреши остаться там мне, я без тебя не могу уже. Я под кожей твоей, я в твоем каждом сне, ты разреши остаться там мне, я без тебя не могу уже. Запутанные игры, и в сердце бродят тигры, и кусают очень нежно там внутри эти чувства мои. Снимаю все запреты до самого рассвета, остановим это время лишь для нас, небо, дай нам хоть шанс. Я под кожей твоей, в твоей голове, ты разреши остаться там мне, я без тебя не могу уже. Я под кожей твоей, я в твоем каждом сне, ты разреши остаться там мне, я без тебя не могу уже. Разреши остаться там мне, я без тебя не могу уже. Спасибо. С праздником, наша прекрасная половина человечества. А теперь доставайте-ка ваши солнечные батареи, потому что улыбок и сияющих глаз будет очень и очень много. Король женских сердец, король 8 марта, народный артист России Филипп Киркоров! Я не живу я в мире слез, от всех далек и одинок. Мои слова сплошной курьез, я вижу мир наискосок. Не людям верят, а в людей, в дорогу прошлое зовет. Мы очевидцы счастья многих идей, любовь незримо нас ведет. Я гость, я просто лунный дождь, небес разбитое стекло. Оставь на память 10 роз и 10 строчек. Нужен воздух позарез, с луной за полночь диалог. Я к совести в долги залез, ох, залез, и для крючка ищу предлог. Что могут слезы
ничего. Просить, жалеть и вспоминать. Итог не может одного, одного. Простить, надеяться и ждать. Я гость, я просто лунный дождь. Не бей разбитое стекло. Оставь на память 10 роз и 10 строчек про любовь. Не людям верят, а в людей. Не бей разбитое стекло. Стучусь я в дом, где нет дверей. Замечательным праздником весны. И, конечно же, в этот день все мы дарим женщинам подарки. А что может подарить артист? Что может подарить певец? Конечно, песню. Конечно, свой новый роман о любви. И для меня этот день не станет исключением. Я хочу с вами поделиться своей новой песней, которая, надеюсь, вам понравится. Она так и называется «Романы». Романы, романы, песни.
Великолепный финал! Браво! Ну и до новых встреч! С праздником! Ура!